Всем привет! С вами Комаров Виталий. И у меня сегодня для вас интересная история. Вот эту вот трубу я сделал, по-моему, на прошлой неделе. Человек ее поставил на мангал. Она из алюминия. Видите, такой мягкий металл. И вот он мне ее сегодня принес. Я ему делал новую трубу. А причина, значит, вот такая. Я на него, ты что с ней делал-то? Он мне говорит, представляешь, труба взорвалась. Она была длиннее сюда еще, где-то, наверное, на метр, полметра, сколько там, я уже не помню, но длиннее. Короче, эта часть была наверху, и у него еще осталось то, что внизу. Мангал топился дровами. Как вот это вот долбануло, у него, он говорит, довольно-таки хлопок был сильный. Она рассыпалась, как стекло, по всей территории. Он потом все это веником собирал на мелкие куски. И вот он мне привез вот такое вот чудо, то, что от нее осталось. Ребят, я не знаю, что это за хрень такая. Так что вот, с одной стороны, имейте в виду, если алюминиевую трубу решите ставить. А с другой стороны, вот такая вот штука. Как оно могло такое произойти, я не знаю. Чтобы вот так вот, в буквальном смысле, вот разорвало трубу. Вот, прям в клочья. Вот сам шов, он целый. Но вот с краев все это оторвало. Вот он шов сам. Вот видно, нет? Вот. Шов он весь целый сам. Разорвало вот прям сам металл. В буквальном смысле, вот его прям видно, что его разорвало. То есть человек не резал, не ломал ее, и она взорвалась. По какой причине она взорвалась? Я спрашиваю, может, ты туда какую-нибудь петарду бросил или что-нибудь? Нет, ничего не кидали. Стояла, стояла, горела, горела, и вот бабах, и кусок трубы, вот середину, вот эту саму, вот эту середину трубы туда. Это осталось у него, а вот эту середину прям разорвало. Так, может быть, кто знает, что это за причина такая. Может быть, кто-нибудь сталкивался, чтобы алюминиевую трубу из листа алюминия, я вот ее делал. Может быть, у кого-нибудь такая хрень была. Я не знаю, что это такое. Первый раз так, с такой вещью встречаюсь, честно скажу. Все, пока пишите в комментарии свое мнение. Может, кто-то расскажет что-то про эту штуку. С вас подписка. До свидания.